ебаный рот, нахуй, блядь, заебался. Не с места! Не приближайся! Иди нахуй! Эй! Притормози! Оставь ты меня слышишь? Черт! Ушел! Все, отъездился.
Здравствуйте, Деламейн приветствует вас. Как ваши дела? Ох, бывало и лучше. Сам-то как? Все мои утраченные фрагменты возвращены. Можно сказать, что дела мои чудненько. Прошу вас, по возможности, загляните ко мне в офис. Вас ждет заслуженная награда. Я буду рад вручить ее, так сказать, лично. Здравствуйте, мисс. Я забыл попросить вас вернуть мне сканер. Если он у вас с собой, будьте добры, положите его на место. Вы сумели вернуть мне все утраченное. Сердечно благодарю вас за оказанную помощь. Это была прямо охота на фрагменты твоей личности. И знаешь, ты гораздо сложнее, чем я думала. Ну что ж, я перевел оставшуюся часть вознаграждения на ваш счет. Еще раз благодарю. Слушай, а почему фрагменты твоей личности разбежались? В том-то и вопрос. По сей день ищу на него ответ и боюсь, что знаю не намного больше вашего. Спасибо. С тобой приятно работать. Спасибо. И мне тоже. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хорошего дня.
Я так и не сказала тебе спасибо. Ты спас мне жизнь. Разумеется, спас. Мы ценим каждого держателя пакета Excelsior. Это было нечто большее, чем премиум-сервис. Спасибо. Как ты оказался в Найт-Сити? К сожалению, мой юрист рекомендует не отвечать на подобные вопросы. А, прости, не хотела тебя смутить. Просто интересуюсь, почему ты решил начать этот бизнес. А, ну это не секрет. Нашел компанию на грани банкротства, разработал стратегию, и вот результат. Но почему таксопарк? Постоянное движение, нестандартные задачи, работа с людьми. Просто мечта. Как живется Искину в мире, который управляется живыми мозгами? Я вполне привык. Это сложная среда, которая живет по определенному набору правил. Да ну, для описания этой среды больше подойдет термин «пиздец» и «хаос». Лишь чужак, глядя извне, может оценить красоту фрактальных структур, которые составляют жизнь и смерть в этом городе. Я считаю, что ваше преимущество в адаптивности к хаосу, в умении быстро развиваться. Я не считаю тебя чужаком. Мне приятно слышать такое от человека. Я очень старался вписаться в ваш мир. В этом, значит, твоя цель? Расти и развиваться? Мир — это процесс. По одной дороге нельзя проехать дважды. Извините за избитое выражение. И вы, и я представляем собой процессы. Мы меняемся вместе с окружающим миром. А ты ценитель прекрасного? Когда живешь среди людей, важно найти общую точку взаимопонимания по фундаментальным вопросам. Понятия истины и добра весьма субъективны. Красота же универсальна. Как живется Искину в мире, который... Я вполне... Да ну, для описания этой среды больше подойдет термин... Лишь чужак. Я считаю...
modified neuron-enhancing supplements. Some parts of the brain are irreplaceable. Я не понимаю, неужели Арасаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте, ситуация в городе накаляется. Пиджаки знают, проскочит искра, заполыхает весь Джапантаун. Подавление беспорядков лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа. А, вот и ты. Горо, рада вас видеть. Я тоже рад тебя видеть, Ви. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру-сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Какой умненький мальчик этот Юринобу. Проводит парад, чтобы показать свою верность ценностям Арасаки и заодно укрепить свои позиции. Он хитер. Это сложно отрицать. Но дело не только в японских традициях. Юринобу важно еще и показать силу. Платформы наверняка будут прекрасны, но бдительное око сразу разглядит в них обращение к противникам. Какое обращение? Я здесь. Гуминдуму. Бойтесь меня. Доходчиво, ничего не скажешь. Только я все равно не понимаю, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. Вы себя переоцениваете, Гора. У нас бы не получилось, даже если бы вам не отключили импланты. У меня есть решение. Пока ты занималась своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте, в промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Это можно сделать тысячи разных способов. Мне нужны... Я знаю, что тебе нужно. Все уже готово. У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Где вы купили эту щепку? На той стороне. В Кабуке? Может, и правда попался хороший софт. А даже если и нет, я придумаю, как это исправить. Я на это надеюсь. Ну, идем дальше. Получить контроль над платформой – это еще не все. Меня беспокоит охрана, особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Окей, без проблем. Совсем без проблем. Это ведь большой риск. Я уже как-то успела привыкнуть к большим рискам. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пивка? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело.
Блять, сработало! Ну? Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать якитори. Что угодно, только не местную кухню. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот арасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Да, он сейчас не в лучшей форме. Но разъебать нас может и без имплантов. Ты-то откуда знаешь? Видела его в деле? Нет. Просто сужу по тому, как он ходит и смотрит вокруг. Ладно, потом обсудим. Это что такое? Хэ! Якитори! Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханака-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. 4. Я рассказываю правду Ханаку-сама. И еще 5. Ода нас обнуляет и сыт на наши трупы. Он же явно будет круги нарезать вокруг Ханака. Ода не осмелится поднять на меня руку. А на меня? Это уже другое дело. Я советую держаться от него подальше. Это будет самоубийство, но я и более глупую херню творила. Еще более глупую, чем кража имущества Арасаки? Нет, нет, конечно. Этот рекорд я побью еще не скоро. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Че зависло? Не спускай его с поводка. Он же и пара метров. Я с вами. Вы же тут ничего не знаете. Это правда. Мне пригодятся ум и руки опытной воровки. Хорошо. Мы пойдем с тобой вместе. Повар! Сделай погромче! Йоринобу. Он самый. Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Что такое убийство моего отца? Разве это не провокация? Разве это не... Арасака. Это был монолит. Пока Йоринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции. Борьба за влияние. Все это ксо. Наверное, после смерти дедули началась нехилая борьба за власть. Именно так и случилось. И как теперь выглядит расклад сил? Иди. За стабильность и старый порядок. Их возглавляет Ханаку-сама. Либеральное крыло Хато поддерживает Мичику-сама, внучку Сабуру-сама. Я мало о ней знаю. Атака — это группа предателей, которых собрал Йоринобу. Есть и более мелкие фракции, о которых... О которых вы расскажете в другой раз. С
чего вообще Юринобу решил бунтовать? Этого не знает никто. Я постараюсь его спросить лично. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться? Арасака-сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Юринобу? Из-за дочери. Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь? Ханако-сама спасла Юринобу от наказания за его проступки. Скоро спасать его станет некому, если только Ханако поверит нашей версии событий. Может, и совесть проснется? Вдруг у дочки Сабура она есть? Ты забегаешь вперед. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Пойдем отсюда. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите еще. Опилки и пластик. Идем. Я нашел хороший наблюдательный пункт.